Всем привет, с вами Роман, и сегодня ко мне пришла очередная посылочка вот от магазина Scalecraft и его администратора, владельца, не знаю как правильно, Александра Пшеничного. Вот, я уже не первый раз затариваюсь в этом магазине, и сегодня я покажу вам, что же я приобрел на этот раз. Вот, этот магазин очень сильно рекомендую, ссылочку на него и на самого продавца оставлю в описании. Ну а сейчас откроем и посмотрим, что же ко мне приехало. Так, ну, видим, все запаковано фирменным скотчем. Так, есть, что-то не горит желанием открываться. Так, есть, ага, все. Так-с. Ага, вижу. Так. Ох, ё-моё. Ох, какая хитрая коробка здесь, а. Блин, не могу поднять, как она раскрывается правильно. Это просто трешак. Так, а ну-ка, с этой стороны. Ага, все верно. Да. Еще нужно сделать вот тут прорезы. Что-то в последнее время Почты России какие-то коробки очень геморройные в плане открывания. Так, оп, есть. Так, ну, во-первых, видим, здесь газетами все переложено, чтобы не тарахтело и не рассыпалось по всей коробке. Так, тут у нас еще пенопласт, еще газеты. Да, тут будет, наверное, обзор на газеты, а не на модели, которые пришли в этой посылке. Итак, одна из самых главных вещей, которую я серьезно очень ждал, это вот такие вот материальчики, а именно я все-таки решился взять, попробовать маркер от молотов. Попробуем, как он работает, что он из себя представляет. Может быть, протестирую на видео. В общем, давно уже думал, брать не брать эту продукцию. Решил взять. Думаю, хуже от этого не будет. Так, красочки мне тут приехали. Тамия, Ганза. Вот. Тамии пришлось брать кучу синих цветов, потому что гоночные Заубер C9 и Toyota 88... У них цвета мешаются из томийных. Ну, придется из них и делать. Также вот лачок приехал. Ну и вот это вот все. Так, ладно. Переходим к самому интересному. Так, Porsche 911 GT2. Дорожная версия. Так, это убираем тоже. Ну, вроде бы все на месте. Модель неплохая. Мне ее как бы даже хвалили отдельные люди. Обязательно потом в дальнейшем будет на нее обзор. Вот. Ну и может в ближайшее время смогу собрать. Не знаю, будет видно. Так, двигаемся дальше. Еще немножечко Tamiya. Это у нас Nissan 300 ZX. Fire Lady в кузове Z31, если мне память не изменяет. Или Z30, нет, Z31 то здесь. Такой довольно древний наборчик. Вот уже давно себе ее хотел. Вот. В принципе, почти все теперь Nissan Fire Lady, почти вся Z-серия ниссановская у меня теперь по наличию есть. Ну, из того, что я именно хотел. Потому что много Nissan Z, такие, допустим, как 370, которые мне не нравятся вообще. Так, следующее это у нас Dodge Stealth
он же Mitsubishi 3000 GT. Вот, у нас в городе даже до боевых действий 2014 года один Mitsubishi 3000 GT был. Что самое интересное. Даже, по-моему, может и не один. Ну ладно. В общем, у меня 3000 GT есть. Будет теперь еще и вот этот вот Dodge Stealth в 25 масштабе. Ну, видим, как это все выглядит. Так, еще один наборчик. Это у нас Dodge Challenger AMT. К сожалению, другого вроде как нет. Ну вот, только вот такая вот упрощенная версия Челленджера, в которой минимум деталей. Вот, только она есть сейчас по наличию. Вот поэтому было решено ее приобрести. Ну, такая вот машина. Вот. Конечно, упрощений огромное количество, но что поделать. За неимением другого и это сгодится. Я не помню, Revel делает Челленджера или нет. Если делает, то какого качества он у них? Такой же или может все-таки получше? Так, еще одна, это Chevrolet Camaro второго поколения. Вот, тоже AMT, тоже 25 масштаб. Ну, я подозреваю, что тоже такой же хардкорный, как и вся AMT-шная продукция. Вот. Так. Видим, что здесь какое-то адское количество деталей, которые должны присутствовать, здесь отсутствует. Просто сделаны голые рамки. Ну и корпус вот он. Ну, опять же, будет на него потом обзор. Все сделано в оранжевом пластике. Но мне в оранжевом цвете эта машина не нравится. Я считаю, она должна быть либо ярко-зеленая, либо ярко-синяя. Вот что-то в таком окрасе она мне больше всего нравится. Так, убираем. Так, ну и последний на сегодня наборчик. Это вот такой вот Chevrolet Chevelle 68 года. Модель 69-го AMT есть. Дикие дрова. Вот. Надо будет собрать вот эту модель. Вот. Посмотреть. Может, что-то какие-то тут запчасти. Как обычно, Revel любит ложить сразу на несколько версий, подойдут к той модели, потому что та модель, она, ну, трешовая по своему качеству. Это наборчик, ну, по сравнению с AMT, относительно даже свежий. Вот, в общем, вот такая вот посылочка пришла. Саше огромное спасибо. Ссылку на его магазин я оставлю в описании под видео. Вот. Кто занимается моделями автомобилей, кто вообще занимается моделями, рекомендую заглядывать. У него очень хорошие цены, неплохое наличие по моделям. Ну и опять же, присутствует всякая интересная химия, вроде вот таких вот маркеров, которые под хром заточены. Что ж, на этом видео будем заканчивать. Спасибо, что подписывались. Спасибо, что смотрели это видео. Спасибо, что подписались на мой канал. Если еще не подписались, обязательно это сделайте. Также ставьте лайк, если видео вам понравилось. Вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании. Всем удачи, всем пока.